Это был самый обычный день. Пивас и фотка сосисек. Здорово. Охуенно. И проводил я его ровно так же, как и любой другой обычный день. Что у нас там новенького на ютабах? Всем привет! Я мистер... ДУДОС! Не понимаю! Можно? Я мистер Картошка. Бананы. Мистер Макс. Бля. Мистер Макс. Сука, кто там решил испортить такой офигенный день? Алло. Въебаться в сраться, охуеешь? Бать, это ты? Хуем согнешь цветы. Бать, ну не матерись. Да нахуй вертись. Короче, щегол, дарю тебе тачку. Она сейчас во дворе. Бери, не обостри столько счастья и не разбейся сразу же. Дебил. Нет, я не верю, этого не может быть. Моя личная. На колесиках, на колесиках, на колесиках, на колесиках. Батя, у него даже колес нет, что это за говно? Ты слова-то подбирай, я в этой машине тебя сделал. Мне не обязательно было это знать. И твой дед меня сделал, и твой прадед деда сделал. Вообще ты там урод будешь продолжать. Там колес нет. Не нужны для этого колеса. И что мне с ней сделать? Ой, чего не хватает там в гараже, посмотри, и все найдется. Ладно, я чё, лох что ли? Это ж как детский конструктор. Расплюнуть. Двигатель соберу как пазл для восьмилетних. Отделаю кожаный салон, литые диски и поеду бухать в клубы. Охуенно, можно я пойду? А, да, давай. И кстати, ты в детстве ни одного пазла не собрал. Дебил. Ладно, давай посмотрим так, чего здесь не хватает. Конечно же, сиденье. Yes. Похоже на руль. Чё, где руль? Куда я руль дел? Это руль? Простите, вы руль? Чё за хуйня? Где мой руль? Чего-то ещё не хватает. Чего-то ещё... Точно, я знаю. Врум. Ладно, возможно, колёса тоже нужны. Raise this barn. 1, 2, 3, 4. О! Найс! What the fuck? Погодите. Что? Серьезно? Просто дыра? Yes. Будешь ехать на пиве. Скорее всего, она не поедет. Есть такое подозрение, придется толкать туда. Давай. Давай. Надеюсь, пивко цело? Что там за херь случилось? Буду толкать тебя изнутри. Я логичный. Залезу внутрь и буду толкать собственный вес. Как мне туда ее загнать? Точно! Поставить сначала ей колеса. Это же это, которое машину-то поднимает. Шарю, знаю. Учитесь. Ставим, короче. Какой от нее смысл, если она сквозь машины проходит? В чем смысл? Закачу ее под машину. Тихо. Ну что ты? Ой, слушай, я так и загоню в гараж такими темпами. Давай! Я не знаю, как это работает, но я справился. Ехай вперед. Вроде все должно сработать. Хуёво. Не так все плохо. Молодой человек погиб в автокатастрофе. И машина с гаража торчит, сука. Алло, бать, я сдох. Так. Блять! О, 10-й ключ. Это ты? О боже ж мой. Да как ты? Ты куда? О, это палка переключения скоростей. Правильно? Она большеватая какая-то. Так, может и сюда? Или вот это сюда одевается? Чё это, сука? Да кого я обманываю? Я не заберу её, блядь, никогда. Что это хуже на хуйню для резки мяса? Короче, я её продам. Нахер. Ну что? В
путь! Ну супер тебе, ну. Рифтуешь сам. Эй, мужик, нужна машина? Вон та. В принципе, мне тоже. Не, куда ты? Дорогая, пристегнись. Блять, мы в какой-то яме. Слышишь, подожди. Петух, сука. Ну выехали же, трогаемся, нет? Че, вообще по-крупному стрял, что ли? Эх, прости, родная. Нихуя себе. Неужели на все время, которое я катаюсь, был только один мужик этот невменяемый, и все? Все лучше, блять, и лучше. А дверь можно открыть? Я так полагаю, нет. Я вылезу, я сказал. Айдокимасья! А где моя маш... беда. О боже мой, что происходит? Меня накрывает! Ой, беда. Как оказалось, что я застрял в пустом лесу, низко, полигонально. Я не хотел теряться, но оказалось, можно быстро все проебать. И кажется, ты получил немного радости. Зачем из жадности полез ты больше приобрести? Вот и закончилась история твоя. Прощай, машина, прощай. Вот это вот, ты вот вообще машина или что? Ты полное дерьмо. Сука, из этого говна я теперь хер пойми где. Ой, беда. Пиздец.